Итак, друзья, всех приветствую на своем канале. И сегодня я буду укладывать уже плитку. Размер плитки будет 60 на 60. И мне понадобится инструмент, этот самый уровень. Две гребенки, это будет либо 6 мм, либо 10 мм. Также крестики. Буду использовать 2 мм. Рулетка, мастерок и лазерный уровень. Так что надо мне сделать все красиво, и сейчас я уже буду укладывать. Так что, друзья, остаемся на канале, смотрим, и все будет красиво.
Итак, друзья, год уже закончил плиточные работы в ванной комнате. Проделал работу, в принципе, неплохо, хорошо. Тут надо будет еще установить саму ванную, также раковину, включить унитаз, в принципе. Моя работа уже здесь закончена. Возможно, буду устанавливать ванную, унитаз, раковину, и здесь еще будет такой большой экран. Так что, друзья, всех благодарю, кто посмотрел данное видео, и продолжение уже следует.